В 2010 году Мончегорская централизованная библиотечная система стала участником конкурса социально значимых проектов, реализуемых на территориях присутствия Кольской ГМК. И ее проект создания интерактивного центра «Открытый мир» стал одним из победителей. Цель проекта «Открытый мир» – обеспечить доступность информации посредством современных технологий для инвалидов и людей пожилого возраста, повысить их компьютерную грамотность и информационную культуру. Если молодежь вот действительно буквально, ну не знаю, со школьной скамьи овладевает этими знаниями, можно сказать, даже с пеленок, то вот люди старшего поколения, конечно, здесь имеют проблемы. И эти проблемы мы помогаем решить. К сожалению, не позволяла нам материальная база большое количество участников вот, привлечь в этот проект. Но вот... Благодаря Кольской ГМК, ее финансовой поддержке, мы сейчас закупаем оборудование, организовываем вот отдельное помещение для работы в этом направлении и сделаем все, чтобы как можно больше количество мончегорцев смогло получить вот эти вот знания. О том, что эта услуга, между прочим, бесплатная, востребована, говорит, большая очередь, расписанная на многие месяцы вперед. В ней стоит ни много ни мало 100 человек. А все начиналось с небольшой группы людей с ограниченными возможностями, для которых компьютер и интернет стали единственной ниточкой, связывающей их с остальным миром. Предполагается поставка 10 компьютеров, соответствующих программным обеспечением, плазменный экран для того, чтобы наши пенсионеры, не всегда обладающие хорошим зрением в силу понятных причин, могли комфортно получать знания, принтер для того, чтобы мы могли распечатывать и обеспечивать участников программы информационными какими-то изданиями. Ну, собственно, в основном это все. И все это тянет на приличную сумму. Это 465 тысяч рублей. Так что спасибо Кольской компании за поддержку. Проанализировав актуальность программы, в библиотеке решили ее развивать, привлечь не только инвалидов, но и пенсионеров. А чтобы консультационная помощь была на должном уровне, сотрудники Центральной библиотеки, задействованные в проекте «Открытый мир», прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. Пообщавшись с этими ребятами, мне в голову пришла идея написать программу. Программа называется «Мир равных возможностей». А программа посвящена компьютерной грамотности. То есть начиная буквально от основ, то есть это начало работы на компьютере, это что такое вообще компьютеры, и заканчивая буквально работой в таких вот программках сейчас современных, да, как Skype, электронная почта, ну и социальные сайты, конечно же. Выигранный Мончегорской централизованной библиотечной системой грант Кольской ГМК для создания полноценного интерактивного центра позволит пересмотреть программу в сторону углубления. Деньги на ее реализацию уже выделены. Мы раньше думали, что библиотеки просто выдают книги и принимают их. А оказывается, они здесь создают интересные программы, такие для необходимые для школьников, для старшеклассников, вот мы тоже познакомились, для студентов, да и вообще правовые все документы. Здесь все очень хорошо систематизировано и очень интересно. Можно даже очень активно и общаться, и участвовать. Так что мы все очень довольны. Здесь работают люди знающие, и они настолько активно работают с нами, и мне кажется, что всем, вот, кто на сегодня уже хотел бы получить более углубленные знания, даже если знаешь уже и работаешь с компьютером, то необходимо приходить на такие курсы.